Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Петер, и сегодня мы с вами сделаем еще одну деталюшку. Я понимаю ваше разочарование, что вы, наверное, уже хотите наконец-то что-то толковое делать, а оно не получается пока, потому что я начал было на основе полученных знаний делать что-то там интересно, а нет, ребята, ничего из этого не получилось, потому что не хватило мне знаний. Удалим, не надо нам. Теперь мы возьмем с вами, не выделено, нет, межцилиндр. Вот так, цилиндр возьмем, посмотрим сверху, S7 на нумпаде нажимаем и тянем, тянем. S берем, потянули. Ну, вот так примерно, да? Теперь уменьшаем. S по Z. Вот так. Все. Проблемка была в том, что я поставил себе задачу, мне нужно было это сделать. Так, куда? Сейчас мы... На заднем плане собакин грызет кость, не обращать внимания, иначе он будет завывать лучше. Он терпеть не может, когда я делаю видео. Это так называемая деталь трещотки инструмента, которую мы с вами потом должны будем сделать. Так, теперь что мы будем делать? Так, мы сначала пойдем с вами. У нас есть куб и цилиндр. Нам надо выбрать цилиндр, пойти в режим, выбрать вот эту. Так, выбрали ее. И давайте и нажмем, и начнем это дело вот где-то так с ним поступать. Вот так. Хорошо? Есть. Мы не можем с вами это здесь оставить, потому что это неправильно абсолютно. Мы с вами находимся в Hard Surface обучении, моем обучении. И, естественно, нам надо так сделать, чтобы все у нас решетка была, сетка была отлично, без всяких пересечений, без всего. Это трудно, но мы попробуем. Так, Ctrl-R. Сделаем эту дугу сюда, вернее, вот так. И сразу же сделаем здесь Ctrl-R. Вот так. И подтянем ее сюда. То есть создадим такое ребро сразу же. Так. Теперь смотрим сверху. Смотрим сверху. И думаем, как бы нам получится это сделать. Так. Мы с вами сейчас произведем такой эксперимент. Почему оставил сейчас квадрат? Потому что я хочу вот здесь. Так, где точки у нас? Вот они точки. Да, я хочу вот отсюда, сюда и сюда и сюда провести прямые. Давайте это сделаем. То есть я возьму сейчас ножик. Ножик. Вот мне подсказали, что надо C нажать и S. И тогда, видите, у нас по прямой идет все. Спасибо, Слава. Так. Вот так мы с вами сделали. Отлично. Enter нажали. Так, вот теперь мы этот куб можем закрыть. А вот тут немножко схитрить. Мы сейчас с вами схитрим сейчас. Давайте попробуем сделать так. Первая мысль приходит, что если у нас уменьшить S нажать, и оно ж потянет вот сюда, правильно? Вот такое сделаем. А в самой этом возьмем Ctrl-Shift-B.
и сделаем вот так. Видите, как интересно получается. Нам нужен вот этот квадратик такой. Так. Я уверен, что теперь у нас несостыковка где-нибудь в точках. Это 100 пудов. Ну, давайте мы выделим тогда. Вот так. И пойдем Alt, M. Скажем, дистанция. Дистанция. Вот, поставим побольше, допустим. Вот здесь 0,1 поставим. Чтобы наши все точки сошлись. Вот он говорит, 8 штук он собрал вместе. Теперь мы выделяем вот этот, этот и этот, и этот, эту точку. И тоже ее S нажимаем, начинаем двигать, пока она у нас не станет, как нам надо, кругленько. Слушайте, многообещающая штука получается. Вот, единственное, что получится ли здесь сейчас поставить еще, ну-ка, Ctrl-R. Нет, здесь не получается. Вот тут получается, а здесь не получается она. Так, как нам тогда быть? Мы попробуем сейчас сделать следующее с вами, ребят. Дело в том, что нам и эти надо соединить. Вот здесь ногоны стоят, здесь нет полигонов. Вот здесь полигон. Вот здесь ногон. Это такая заполняющая сфера. Нам это не надо. Поэтому мы с вами поступим следующим образом. Пойдем сюда. И начнем. Перейдем в точки вот здесь. И начнем этим самым ножичком соединять вот эти вещи. Вот. Так, ну-ка, здесь нам поможет этот штука, если я выделю нож. Так. S и S. Нет, это только по прямым работает. Ладно. Мы не гордые, мы можем и сами. Вот так. Так. Enter. Я понимаю, что это выглядит нудно и долго. Но это надо сделать, если мы хотим четкую сетку иметь. Не обращать нам внимание на то, что здесь будет получаться, это плевать, мы все удалим. Итак, я повторяю. Нож. И соединяю все эти дела. Enter. Нож. К. Enter. Опять К. Enter. Понимаете, ребята, ну, может быть, есть какой-то способ, который намного быстрее и интереснее, чем я вам показываю. Но, я вам повторяю, я его не знаю. Поэтому мне приходится просто думать. Кстати, я вчера весь вечер это думал. И вот пришел к выводу, что если я хочу сделать сетку хорошую, то мне придется делать именно вот так. Я пробовал разные варианты. Это не первый у меня вариант. Я не знаю, какой. Сотый, наверное. Нет, ну, четвертый точно, ребята. Так, К. Последняя, да? Вот так. А нет, вот еще одна. Так, подождите. В чем дело? Как у меня получилось так, что у меня одна лишняя? Где-то я немножко напортачил. Ну да ладно, мы сделаем вот так. Тут не суть важна. К. И вот отсюда потянем вот сюда. Вот так. Все. Далее, чтобы нас это все не смущало, переходим сюда и удаляем просто это напросто. Но нам не нужно будет никогда. Нас интересует только внутренняя сетка.
Зачем нам эти полигоны лишние? Фейсы удаляем. Все. Вот такую штуку мы получили. Прекрасно. Сейчас мы попробуем с вами сделать еще один момент. Ну-ка. Если я сейчас возьму E, видите, он как бы не хочет, да? Вот этот он не хочет полигон трогать. Так, тогда мы выделим это дело. Опять же, посмотрим, попробуем. Вот так, выделим. Во-первых, скажем, что нам все вот эти трансформации наши не нужны. Вернее, память о них не нужна. Так, вы видите, у нас нет ни одного треугольничка. Единственное, вот тут я пропустил. Вот тут. Вот тут. Ну, это не страшно. Сейчас мы его сюда подведем. Вот так. Треугольников нет. И это уже нам говорит о том, что у нас должна получиться очень даже неплохая. Так, ну-ка. Сетка. Сейчас мы тут поправим кое-что. Кстати, радиус можно вот здесь уменьшать. Если мешает большой радиус, вот вверху. Я сейчас G просто вот так сделаю, чтобы более-менее было иногда красиво хочется. Да? Это может и не делать, но сетка от этого только выиграет, от красоты. Так, так вот, ребята, если я это все, допустим, сделал, то есть я повторяюсь, я выжил вот это, да, и сказал, что у меня никаких трансформаций. Мало того, я опять пойду Alt-M и попробую по дистанции. Ну, он говорит, что у него все отлично, у него здесь никаких проблем нет. Так. А мы вот что с вами сейчас сделаем. Мы сейчас выберем вот эти точки. И скажем, что у нас должен быть здесь полигон. Нажимаем F. Все, F получился. А теперь попробуем сходу. Опа! Вот оно. Вот оно, ребята, то, что нам и нужно. Почему я говорю то, что нам и нужно? Да потому что здесь у нас должен быть скосик небольшой. И мы его сейчас сделаем. То есть E берем и поднимаем по оси Z. Вот так. Вот, хорошо. Здесь мы тоже с вами так поступим. То есть и нет. Тут уже нам полигон поможет. Вот так. И не хочет гад. Ладно. Не хочет, заставим, все равно мы тебя заставим. Видите, я же говорю, что было бы желание. Всегда надо вот скидывать, если какие-то не идут, reset all transform. И теперь нажмем G и Z, поднимем. Вот такая у нас будет кромка здесь. Единственное, что нет кромки, это вот тут. Вот тут. Но тут мы тоже с вами схитрим сейчас. Мы пойдем в бычок, возьмем вот этот, который на две стороны будет у нас просвечивать. Опять же возьмем Select Box и вот так выберем. Видите? И теперь мы спокойненько, не раздумывая над чем лишним, можем поднять это по оси Z. Вот так. Видите? Вот теперь у нас здесь появился такой. И попробуем мы сейчас сразу же сделать ему еще один здесь. Так, ну-ка. Ctrl-R. Замечательно. Видите? Можем поставить его, да? Мы можем Ctrl-B сделать. То есть сделать вот столечко их, допустим, полигончика, да? И вот так. Все. Вот так у нас получился скос. Хорошо. И вроде бы как все, но не все. Почему? Потому что нам надо сделать поддержку здесь. Я объясню, что это такое.
Возможно, нам не надо было делать столько вот так. Стоп. Пока она выделена, давайте мы S немножко ее вот сюда. Вот так. Все. Прекрасно. Так. Это, если мы хотим, мы можем также сделать. Но я не думаю, что нам это надо. В всяком случае, чуть потоньше было бы неплохо. Это значит G. Вот так. Хорошо. Она будет спрятана в моем. Ну, здесь, в проекте. Ну, здесь мы, ладно, мы сделаем сейчас. Ctrl-V. Вот так. Все, больше не нужно. Я вам скажу, для чего нужна поддержка. Мы сейчас пойдем с вами Modifier. И возьмем Modifier Subdivision Surface. Видите, что происходит? Чтобы этого не происходило, мы должны с вами просто взять Ctrl-R и подвинуть ее. Видите, она подпирает ее. Вот я говорю, поэтому поддержка. Внизу тоже какая-то слякоть. Чтобы этого не было, Ctrl-R. И тоже вниз ее поддержали. Остается сверху. Не знаю, получится здесь Ctrl-R. Было бы неплохо, да. Вот так. Подтянули. Прекрасно. И вот тут, видите, такие всякие, ну, это бывает такое, да? То есть мы просто выделим здесь сейчас этот и Ctrl, вернее, и вот так сделаем. И у нас получится эта поддержка. Единственное, что я смотрю, здесь перекрестия получились. Это нам не нужно, ребята. Это нам совсем не нужно. Так, поэтому... Так, сейчас посмотрим, что мы можем сделать здесь. Так, еще раз подтянуть. Хорошо. А вот здесь бы хорошо бы разделить на сабдевайс. Я не знаю, получится это или нет. Или нет. Сабдевайс. Нет. Слишком близко вот эти здесь стоят. Ну, я думаю, что все равно у нас все получилось с вами. Ну-ка. Edit mode. Объект mode. Да. Вот, пожалуйста. У нас появилось то, что мы хотели сделать. Если еще сюда пойти, сказать, смут. Ну, есть, ребята, где-то вот этот смут, да? Смут. Можно его... Ну, это я показываю viewport. То есть, в принципе, получилось именно то, да не в принципе, а получилось именно то, что я хотел. Ну, с чем я вас поздравляю. И в следующие мы будем делать уже свой инструмент, пользуясь этими знаниями. А до этого всем доброго. Спасибо за внимание. Пока, пишите комментарии. Может быть, даже и некоторые лайки поставят, не знаю. Пока.